Дамир Нурпиисов недавно получил диплом правоведа. 19-летний юноша и еще 14 новобранцев из Кустаная сегодня отправятся в Астану, в ряды вооруженных сил Республики Казахстан. Решил пойти в армию, так как считаю, что пойти в армию – это честь для каждого гражданина. Все удивились, конечно, но как бы все равно нужно идти. Рано или поздно все равно позовут. Он сам захотел в армию, написал заявление, все, что пойду в армию. Не хочу я, хочу служить. Все. Но у нас сын умный, такой, как вам сказать, серьезный парень он у нас. Самое главное ему здоровье, вот ребятам всем здоровье, чтобы они вернулись, все, чтобы они у нас крепкими, чтобы... Все как ушли отсюда, чтобы все таки пришли. Во время осеннего призыва, который стартовал 1 октября из Кустанайской области, в армию отправятся около 600 новобранцев. Сегодня команда из 15 человек отправится в Главное управление военной полиции. Это не случайные парни. Эти ребята в соответствии с установленными критериями отобраны в эту команду. При отборе зачисления команды учитывается в первую очередь состояние здоровья призывника, морально-психологическое состояние, специальность, полученная им до поступления на воинскую службу, и физическая подготовленность. Торжественные проводы призывников состоялись в парке Победы. Провожали ребят напутственными словами их близкие, ветераны и чиновники. Сегодня вот 15 призывников, которые отправятся служить в главный город нашей страны, в Астану, Главное управление военной полиции при Министерстве обороны. Это высокая честь, но и также большая ответственность. Я хотел пожелать бы вам, что вы самое главное, вы показали свою выправку, показали на то, что вы способны, то, что, чему вы учились в Кустанайской области. Во время проводов для кустанайцев организовали музей военной техники. Там представили современное оружие и обмундирование служащих вооруженных сил Республики Казахстан. Кроме того, бойцы спецподразделения «Орлан» провели показательные выступления, а пограничники продемонстрировали приемы рукопашного боя. Диар Ахмечин и Софья Чернова, РТН.